Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы начинаем прохождение игры, которая называется «Черепашки-ниндзя. Месть Шреддера». Так, у нас русский язык есть, интересно? Нету, да? Русского языка здесь, к сожалению, нету. Ну что ж, будем играть на английском. Так, громкость я чуть-чуть пониже сделаю. Где-то вот так вот. Так, кнопки. Это что такое? Автоматическое. Ну, пускай будет, наверное. Флик спринт. Без понятия пока. Окей. Ну что, история, конечно же. New game. Chill. Окей, черри. Chill, ну это, наверное, на расслабоне типа, да? Окей, это, наверное, средний режим. Давай средний. Угу. Тут еще и обучение идет. Это супер атака на Ю. Икс — это прыжок. Так, это мы выбираем персонажа, да? Ну что, в принципе, все понятно. Дальше, я думаю, мы разберемся. Кого будем брать? А где Кейси Джонс? Я хотел Кейси взять. Блин, ребят, ну что, возьмем нашего любимчика. Леонардо. Все. Буду играть один. Ну, тут как обычно. Шестой канал, новости. И, наверное, как всегда, Шреддер. Нет, ребят, это Крэнк. Ну, опять же, похищает статую свободы. Но Бибоп тут что-то в новостях уже сидит. Не, ну могли бы, конечно, и русский язык воткнуть сюда, согласись. Так, ну Бибоп, все, хорош. Ну, понятно, понятно, что мы все разозлились. И, соответственно, наша цель — вернуть. Студия шестого канала. Начинаем именно отсюда. Ух, Лео. Давай посмотрим. Так, Ю Супердар, насколько помню. Блин, прям, ребят, как старая добрая Сега. Ух, ух, ё-моё. Не, серьезно, как? Прям на Сеге. Именно этого мне не хватало. Так, дай-ка я потренируюсь чуть-чуть. Чувак там сидит. Да ладно. Тихо, тихо, тихо. Я помню это. О! И бросочки даже остались. Это вообще великолепно. Тихо, тихо, тихо. Я знаю ваши вот эти вот понты. На! Суператака у меня созрела. Ух ты! Вот это тут. Да ну! Получили свое. Мне бы кусочек пиццы бы. Играют они там в
консольки. Ай! Больно было же. Чего ты там чиркаешь? Так, это у нас, я так понимаю, ребята, уклонение. Гоу, иду. Блин. Паршивые кланфутовцы, а. Замечательно. Фух, сделал, уделал, ушатал. Кто там хочет выломать двери? Блин, опять ты? Бросай. Нифига, вот это было круто сейчас. Что он после вертушки ногой сразу вот так вот делает. Блин, там можно было, наверное, дверь все-таки выбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я прошел. Чего, поварята? Нормально. Я сейчас подерусь ложкой. Поварята, а. Спокуха. Вот это я лопухнулся чутка, река. Ладно, ничего страшного. Блин, здоровья маловато, понимаешь, в чем дело? Пицца! Пицца тайм! Да-да-да, их нелюбимое высказывание. Время пиццы. Да иди ты! Что они тут? Куском замороженного мяса получил, похоже. Ну, это уже, по-моему, ребят, перебор. А как? Не понял я. Только таким вот макаром? Да, взаимодействие предметов до сих пор сохранилось. Ой! Успел. Опять он его будет похищать? Так. Ну, кланфутовцы, уйди. Ну, посмотри, не могу ничего сделать с ними, прикинь. Да хорош. Сейчас еще здоровье отнимут у меня. Так, а что это сейчас такое было? На суперудар типа я накопил, да? Ах ты! Ну все, сейчас хп отнимут. Да, ребят. Ну ты серьезно, что ли, блин? Ну. Знаешь, чего здесь не хватает? Блока. А, мы еще можем разбег делать здесь. Ну и нафига ты это сделал сейчас, Лео? Ну зачем вот ты сейчас сделал это, блин? Опа. Пицца, надеюсь. Газет какая-то. То, что пиццу дали, это уже радует. Ну давай, давай. Не захотел, так будет пох... О! Бибоп. Первый босс, ребята. Ух, ё. Это я помню его. Да хорош. Спартака. Уходим. Смотри, что делает, да, засранец.
Давай, 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 есть! А там Крэнк, что ли, за стеклом смотрит? Эпизод первый пройден. А, ну как же? Как же без Рокстеди? Специальный репортаж. Получили достижение. С Рокстеди побежали. Ух ты. Ну, переходим на второй эпизод. Так, а что у нас тут? Так, 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 так. РБ это камера. Тут уже... Понятно. Так, ну ладно, ребят. Естественно, это Рокстеди. Второй эпизод. Улица Нью-Йорка. А что он с этой, с головой этого робота от Крэнга ходит? Да иди, Макарёк, ну конечно же. Я же все время забываю, что они же любители из-под тишка там попрыгать, еще что-нибудь поделать. А эту штуку ломать нельзя, нет? Это же, кстати, машина наша. Черепаще. Ух ты. Пау. Слушай, это, наверное, если я ее съем. О! Вот это я понимаю. Это было здоровски. Захотел же, а? Ух. Ребят, давайте без топориков. Нифига себе, круговая атака. Понял? Дай-ка я вот так вот сделаю. Немножко не то я хотел, конечно. Ну. Готов. Да что ж ты пробиваешь там по мне, а? Бибоп такой там, кулинар, блин. Опа, а вот это уже похуже, ребят, они уже... Ну ты видел, да, они уже бросают. Так, кто это у нас? В куче мусора. Я не могу... Б, блин. Иди отсюда. Ты смотри, что творит, а? Пугало огородное. Блин, ведь неспроста же эти двери. О, это же Ирма. Блин, значит, и в первой части можно было там спасти кого-то. Да ладно. Да-да-да, это те самые роботы-маузеры. Замечательно. Кстати, у нас там пицца. Я пока не буду брать, потому что у меня по хпшкам вроде бы норм. А вот теперь... Вот теперь лучше я возьму. Пицца тайм. Секретик. Я помню, помню я эти приколы. Сейчас они будут... На машинах, да? Таранить. Так ему надо. Отвали. Да что ж такое-то, попадаю именно под удар. Так, по-моему, из этих машин тоже какая-то поедет, нет? Ой. Ну хорош байкерить ты. Че, мне их нужно сбить, что ли? Скорее всего. Да. А это такой на выпендрежах. На. Еще один стоит. Так, тихо. Да и чтоб тебя. Ты посмотри.
четко. Как вам? Иди сюда, я тебе сказал. Ого. Да чтоб тебя. Пропускаю очень много ударов, друзья. Суперудар есть у меня? Так, опять этот главный по матрешкам. Газетку не? Нельзя. Чё ты там? Блин. Я на Сеге в свое время был супер игрочишком по черепашкам ниндзя. Старая добрая Сега. Так, давай, наверное, сделаем. Возьмем. Опа, опа, опа. Пускай взорвется. А эти, насколько я помню, хватает и бьют тебя током. Ну, по крайней мере, было на Сеге так. Оба-на. А это что такое интересно? Вот это что такое? Наверное, зря я взял, да? Фью. Обменочка такая. Экстра ниндзя пауэр. Это там кулинар. Бибоп. На всех каналах крутит его. Ой-ой-ой-ой. Шикарненько. Не надо. Чётенько. Прям как в аптеке. Блин, у нас еще будет впереди Рокстеди, об этом не стоит забывать. Ага, я вижу. А вот и он. Финал машину с пинка. Ох, ё. Твою ж налево, серьезно? Ай! Да какого? Чего? Попался я в какую-то ловушку в его. Смотри, что творит. Ой-ой-ой. Да ладно, фух. Получено достижение А плюс Б. Ты посмотри, сколько у меня жизни осталось. Еще чуть-чуть и все. Да уж, кавабанга, точно. Сматываются они, сматываются. Эйприл там снимает побег. Так, специальный request unlock. Опа. Слушай, а что если я вот сюда пойду? Это вот то, что мы Ирму спасли. У нас какой-то открывается уровень. Хм. А подожди, что она хочет? Ага, нужно 5 секретов открыть, а у меня только один. Вот оно что. Блин, а я могу переиграть, например, первый уровень? Могу, наверное, да? Могу. Я просто для чего это ребята делаю? Там, помнишь, двери тоже были? И я их не открыл. Сейчас быстренько пробежим. Твою налево, блин. Не успел начать играть, уже наотхватывал. Вот ханорик мелкий, а? Лезет он тут.
просто не здравствуйте, не до свидания. Наваляли и все. Достаточно вам? Подленько было, подленько. Ай-яй-яй. Подожди, а точно здесь-то будет? Двери-то. Да, по-моему, здесь. Вот она дверь эта. Что здесь происходит? Парень, я тебя спас, вот что здесь происходит. Замечательно. С ложками такие. Ложки, поварешки. Ну иди сюда. Блин, я главное его не могу достать. А он меня бомбит. Я помню, на Сиге были тоже еще такие моменты. Там можно было разрушать какие-то определенные предметы, и в них там были какие-нибудь бонусы. Не надо. С холодильником вылез. Эй-я. Давай, идите сюда, ребят. Даже вас. Так. Давай сюда. По очереди. Тогда будем... Понял. Ух, ё-моё. Да ёк-макрюк. Ловил. Обоих, да? Обоих. Да чтоб тебя, блин. Ну не запомнил я, что они здесь. Так. Одного бьешь, другой из-под тяжка выползает. Гоу, вот тебе и гоу. Отлично. Главное, чтобы по мне не досталось. Тут ничегошеньки нету. Ну что, сейчас будет... Наш любимый Бибоп. Вот он. Надеюсь, так же быстренько и легко его бомбанем. Давай. Да, ты сейчас выдохнешься. Да куда ты его? Правильно, бей своих. Чтоб чужие, блин, боялись.
Куда он там идет-то? Ха-ха-ха, дурила. Ну, есть. Что-то я тут с ним подольше подзадержался. Вот, видишь? Что-то новенькое мы открыли. Что-то новенькое мы открыли. Да-да-да. Рук, кстати, мы с тобой уже разобрались. Такое ощущение, что они хотят... Вот голову забрали Крэнга, то есть... Восстановить его, что ли? Ведь месть Шреддера называется. Игра. Да, мы открыли. Хм. А смотри-ка, тут нужно что-то выполнить. И очки дают, а очки... Хм, тут можно играть, ребята, еще на... Ну, даешь приглашение, и любой, кто хочет, может присоединиться к тебе в игре. Прикинь? Кто это такой? Бродвей. Мутант овер Бродвей. Такие довольные. О, да. Что-то. Преграды. Что? Эй! Хорош, мушки. Тихо. Лично. И сюда. Так, ребят, мушки. Одну хоть не подбил. Вставай, вставай, вставай. Гаечным ключом неплохо, да? Влепил мне. Так, мухи. Блин, они что сбивают? Кстати, вот тут вот главное не забыть. Тут не забыть пиццу подобрать. Да что ты будешь делать-то? Не так все просто и легко. Ой! Да какие вы занудные. Нет, это жесть какая-то с этими мухами. Гранаты будут бросать, да? Конечно. Еще не легче. Пиццу-то дайте кусочек, блин. Еще музыка такая прикольная играет. И отсюда. Да это серьезно? Е-е-е! Куда, блин? Да помню, помню я этих. Да, 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 да. Вот и. Минус здоровье. Ха-ха-ха.
Просто потому что не успел, ребята, пиццу подобрать. Твою налево, блин. Да почему так тяжело по вам попасть-то, эй? Давай, 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 давай. Фью. Опять вы, а? Вот так лучше их подбивать. Так же, как и этих мух. Угу. Давай, 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 прыгай. Этого летунчика сейчас подобьем, все. Фью. Пицца. Блин, не надо было бомбить, ее просто надо было подъехать и собрать. А я тогда ее... Угу. Тендеризер. Так, ну это, понимаю, машину нужно бомбить. Ох ты. Ой-ой-ой. Нифига я там. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя, блин. Да. Готов, сам нарвался, блин. Последняя хпшка, ребят. Последняя хпшка. Уничтожить этих черепашек. Такс. Ага. Что у нас тут? Смотри, тут коллекции 4 и 3 челленджа будет. Опа-на! Это кто у нас? Это, по-моему, кожеголовый. Опа, а у нас опять все жизни, ребят. Значит, 3 хп дается на прохождение уровня. Вот это уже радует. Птички, привет. Где, 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 кто? Как люди бегут? Блин, нифига ты. Это чувак вылез. Иди сюда. Блин, я помню этих ребят. С плетками. Я
Мороженку он ест там, блин. Посмотри на него, а. Полизун. Так, в бок есть что-нибудь? Конечно. Видишь, секреточку нашел. Воу! Это же этот. Это же Battletoads или кто это? А, нет, это Чингиз. Эу! А что надо делать? Я не понял, что-то вниз там напал. Это Чингиз у нас. Да ё-моё, я только хотел прыгнуть. Подожди ты со своим гоу. Чингиз, а можно тебе что-нибудь там? Могли бы его в игру добавить, да? Было бы прикольно. Так, эти штучки можно ломать? Можно, конечно. Хорош. Стрелки. Лежит, балдеет тут. Да куда там надо нажимать-то, не пойму я. Нарисовано вниз нажми. Пипец. Давайте ушатайте рейчика-то тут. Пицца, да неужели, блин? Отлично. Так, секреточка была? Была. Ой. Это мы в зоопарке в каком-то. Ой. Ты смотри какой, а. Летит на всех парах уже схватить меня, а. Так, обезьянки. Да что ты? Поджег, а? Твою мелкого рота надо подбить. Да только хотел, блин. Они, ребята, и на Сеге вот эти вот мелкие были бесевыми, серьезно тебе говорю. Блин, почти все хп отняли. Обезьянки тут еще. Подожди, а в кого? Они в меня, что ли, бомбят? Да отцепись ты! Обезьяна, короче, нам помогает. Ага! Нам помогает. Че это он? Эй! Да хорош, блин! Мастер Сплинтер. Ты... Какой я мелкий. Да неужели, блин? Спасибо, блин. Раньше мне надо было пиццу давать.
Или нет? А почему я челлендж профукал? Не понял. Профукал, говорят, челлендж. Я. Интересно, а почему я его продина... Опа. Это еще кто такие? Гранчук и Дидбэк. Так, один закапывается куда-то. Нормально? В ямы, блин, еще тут. О, лопатой. Твою налево. Еще утворяет. Правильно, правильно, бегай. Капошун пополз, 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 ребята, капошун. Да как тебе, блин? Ёх, Макарёк. Сейчас хп отнимут. Они моргают. А раз моргают, значит... Ау! Супер удара нет, ничего нету. Ты успокоишься там, а? Минус один. Трындец, блин, какой-то. Да, ну челлендж я не прошел же один. Естественно, голову. Голову Крэнга. Кто-то ее похитил. Интересно только кто. Так, мне что-то сказали, зайдите в офис, получите какую-то награду. Три газетки я нахожу, ребята, и получаю награду. А что тебе тогда нужно здесь? Нужно еще три секретки найти. Инвайт. Три секреточки нужно будет найти. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня, наверное, закончим. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Черепашки-ниндзя Месть Шреддера.